Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу предложить вам поучаствовать в совместной закупке семян Павловни. Многие уже знают, на канале я выкладываю огромное количество видео о своем пути, о том, как я выращивал Павловню в этом году, какие результаты у меня получились. Я в этом году выращивал Павловню войлочную, семена мне прислали из Крыма. Ну вот, в принципе, вот такой пакетик семян, здесь достаточно много. Ну, я высаживал разные семена, и вот эти семена высаживал, и еще и другие семена павловни, тоже из Крыма выучный, я высаживал. Ну, в этом году у меня не получилось заказать семена гибридов, и на следующий год я планирую высадить гибрид PAU Z07, это гибрид из трех павловней. Более подробно о нем будет в описании к этому видео, коротко сказано. Также я планирую снять по этому гибриду отдельное видео, в котором более подробно расскажу, что это такое. Вся подробная информация о том, сколько стоят семена, какие фасовки можно заказать, будет в описании к этому видео по ссылке. Там будет форма регистрации, в которой можете зарегистрироваться, получить более подробную информацию, также задать вопрос, если вас что-то интересует более конкретное. После того, как собирается совместная закупка, я делаю заказ, а потом высылаю семена в ваш город. Ну, вся информация находится в описании к этому видео и в форме заказа. Я приглашаю вас к этому. Если вы заинтересованы, так же как и я, в посадке такой интересной культуры, как павловня наша в своем регионе, то заказывайте семена, вместе будем пробовать, высаживать в разных регионах. Как она будет себя вести при различных климатических условиях. В этом году я уже попробовал в различных вариантах ее, как она проявила себя. Ну, надеюсь, на следующий год мы получим еще более интересные результаты по итогам зимы, весной. Будем наблюдать, смотреть. Ну, а на этом все. Я благодарю вас за то, что вы смотрели. Переходите по ссылке в видео, регистрируйтесь, знакомьтесь с информацией. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас есть вопросы, можете писать их под этим видео в комментариях. Ну а на этом все. До встречи в новых видео. Пока!